уровне, даже во вращениях, были четвертыми явно, раз уж такие оценки получены. Сонь Нань из Китая. Ли Вэй, его тренер. Ну, катается под музыку Аббы в приложении Максима Мрвицы. У него, видите, лучший результат в короткой программе не такой высокий. Даже его personal best не дотягивает до 60 баллов и был получен 2 года назад. Китаец Сон Нань исполнил чистый тройной аксель. Делает его вторым элементом в программе. Если бы он у него получался чисто во всех коротких программах, то он не занимал бы четвертые места на тех турнирах, в которых он выступал. Ну, а сейчас наконец-то получился. Начинает он с каскада 3-3 Loops to Loop. Без особых плюсов, но чистенько. Чистый тройной аксель.
является кульминацией первой части программы эмоциональной. Потом у него идет флип, на котором тоже его наказывают за ребро, с которого он отталкивается. Дорожки шагов хорошего уровня у него, хотя иногда и создавалось ощущение, что он теряет равновесие. Так совсем чуть-чуть. На уровень это влиять не должно особо. Впрочем, как спортсмен молодой, еще не очень опытный, иногда свои уровни в элементах Сонь-Нань теряет, что во вращении, что в дорожках. Может быть, лучший результат у него был в карьере, да. Причем так капитально. 14 баллов он прибавляет к своему лучшему результату в карьере, который у него был, это было 59 баллов. 57 это был его лучший результат в сезоне, а в карьере 50.